Итак, сегодня первый день мероприятия ProdExpo, и у нас в гостях Анна Федоровна. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что за компанию вы представляете, и, может быть, есть пару слов об ее истории? Мы представляем компанию «Игристые вина», родом из Санкт-Петербурга. Год постройки 1876. Мы очень древние, очень-очень древние. Но у нас есть новый продукт. Па-бам! Расскажите, пожалуйста, о нем более подробнее. Подробнее? Мы его запустили перед Новым годом. Это шампанское, сделанное классическим методом, шампануа. И это сугубо для сегмента хорики Петербурга и, скорее всего, уже других регионов, потому что очень большой шквал, и все хотят это игристое. Так что welcome. Какие у вас первые впечатления от мероприятия? Понравилось ли вам? И что вам в целом хватает или не хватает его? Мне уже хватило его. За первый день у меня очень много информации. Я не успеваю пить игристое вино, я пью кофе, потому что мне надо продержаться до 6, а сегодня только первый рабочий день. И 14 февраля мы будем вместе справлять. Ой, спасибо большое.